Вот интересный случай произошел. Забыл камеру свою, экшн-камеру 7-Eleven. Вернулся спустя полтора часа. Мне ее вернули. Вот чем тайцы отличаются от наших русских, что где бы ты что ни забыл, чаще всего тебе все-таки вернут это обратно, твою вещь. Вот, пожалуйста, подтверждение. Я причем шел, не переживал, знал, что если я ее там забыл, то мне обязательно вернут. Так и получилось. Я прихожу, мне уже говорят, ты типа уже камеру, да, ты, наверное, за камерой пришел. Я говорю, да. Собственно говоря, могли бы забрать себе, я бы не доказал ничего. Но мне вернули мою экшн-камеру. Правда, она уже старенькая, ее надо менять. Хреновенько снимает ночью, не видно. Так что, в общем-то, спасибо, что есть такие добрые люди. 7-Eleven рулит, в общем, как всегда. Ладно, пойду домой спать.